Время! Заряжай ликвидационный генератор! Секундочку! Что? Надо проверить, прошел ли он тест. Прошел? Да он же столько войн развязал! Очень хорошо! А потом их все остановил. Да, но зачем? Сказал, что пытался сделать мир лучше для всех! Коллеги, но это же омерзительно! Добро только в разрушении, а зло только в слабости! Слабость надо ликвидировать! Да! Согласен испарить землянина и его убогую планетку! А я вам что говорил? Заряжай ликвидационный генератор! Позвони еще раз, не сдавайся. Она не простит меня. Избавься от суперсилы. А как? Передай ее мне. Силы ты лишишься, но она будет рядом. Я же собака, я хочу только выполнять приказы. Я сделаю все, что ты скажешь. Деннис, да ты гений. Неплохо, да? Ликвидационный генератор полностью заряжен. О, смертоносный мраковержец. Инициирую ликвидацию. Несподручно, что у нас такие длинные числительные. А, да, надо махнуть лапой. Вот так. Я понял. Вау! Вот, отлично. Чего пожелаем? Печенек? Сила сделала тебя несчастным. Да, но у меня ее больше нет. Ну-ка, дерево, стань Эйфелевой башней. Видишь? Ты что задумал? Прости меня, хозяин. Подожди, ты что ты делаешь? Фок! Хоть это короткое. Пусть источник моей суперсилы будет уничтожен навсегда. Скучьте, будете это жить! Заходи в приложение «Мой Билайн», звони на 777 или набирай звездочка 777 решетка. И хватит всем! Билайн, живи на яркой стороне.